Всем привет! Сегодня мы будем готовить салат из листьев расторопши пятнистой. Вот о том, что листья съедобны, я узнала совсем недавно. Ну, с тех пор мы уже несколько раз пробовали. С нами ничего плохого не случилось. Вот, дозу витаминов мы свою уже получили. Ну и вот в очередной раз, готовя салат, я решила снять и показать. И рассказать вам кое-что. Ну так вот, несмотря на то, что листья расторопши такие огромные, мощные, прямо такие устрашающие, на самом деле они очень хрупкие, нежные, сочные. Вот, буквально слегка ткнув ножом, я случайно совершенно обрезала еще и боковой побег. Вот. Ну, тут жалко, конечно, но с другой стороны нарастет еще. Итак, лист вооружен острыми достаточно шипами. Не достаточно, а очень острыми. Ну, в конце концов, это своего рода чертополох. Вот. Для того, чтобы его кушать, нужно сначала избавиться от этих шипов. Ну и, в общем, как же от них избавиться? Ну, я советую просто-напросто не пользоваться для этого доской, а взять обычные ножницы. И просто-напросто по всему периметру отрезать край с шипами. Потому что на досточке вы намучаетесь это делать. А так это очень быстро и просто. У меня листьев много, мне экономить не обязательно. Можно поуже полосочку резать там, как будет получаться. Точно так же я обрезаю колючий край. Вот с нижней части листа. Вот что получилось. Вот смотрите, вот эти все ворсинки, они мягкие. Тут ничего больше колючего нет совершенно. Ни на толстой части, ни на тонкой. Тут есть ворсинки, но они уже не колючие совершенно. Вот. Теперь можно спокойно, безопасно помыть эти листья. Ну и вот эти у меня остались. Очень колючие, очень такие, очень острые. Они пойдут на удобрение. Вот я помыла и порезала свои листья. Вот можно мелко резать, можно резать крупно. Она будет красиво смотреться в салате. Но еще пара слов, какая она на вкус, если поподробнее. Ну вот представьте себе сладкий горошек, только совсем не сладкий, ну а с горчинкой. Вот, то есть присутствует аромат горошка. И есть некая горчинка, не такая, как в горчице, но есть, заметная. Вот, так что, я думаю, будет отлично сочетаться, например, с рукколой, с перцем болгарским. Ну, собственно, тут уже по вашему вкусу подбирайте, экспериментируйте. И оставайтесь с нами, мы вам потом покажем обязательно что-нибудь интересное еще. Всем пока! А теперь маленький бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. Посмотрите, как замечательно смотрится расторопша с овощами, порезанная крупными кусками. Вот здесь всего лишь пекинская капуста, перец и огурец. Вот все это я просто немного присаливаю, а потом сбрызгиваю уксусом. Уксус у меня виноградный, домашний, абсолютно из белого винограда, настоянный на травах. Вот никакой химии, все полезное, натуральное. Всем пока!